Меня зовут Иван. Я работаю почтовым курьером на Белпочте. С детства мне нравились машины, и я всегда хотел стать водителем. Так и получилось. А еще как хобби я ремонтирую авто. Мое утро начинается с 6 часов утра с утренней пробежкой своей любимой собакой «Квадрат», чтобы зарядиться позитивной энергией, ведь хорошее настроение всегда помогает в работе. Потом еду я на работу. Перед тем, как сесть за руль, я прохожу медицинский осмотр, а машина – техосмотр. Затем я отправляюсь к нашим клиентам. Это крупные фирмы, предприятия, организации, страховые компании, мобильные операторы. Также нашими услугами пользуются интернет-магазины, которые с помощью нас доставляют свои отправления клиентам. Ведь посылки должны осуществляться по всей стране. А у нас самая крупная логистическая сеть в Беларуси. Посылки ждут и обычные люди. Они ее хотят получить как можно раньше. Когда привозишь посылку обычным людям, они любят поделиться радостью. Может быть, ждали посылку от кого-нибудь издалека. Особенно нравится, когда приезжаешь и нас встречают дети радостно. Вот запомнилось, был случай, развозили посылки новогодние. Дети встречают, рассказывают стишки. Радостно, как бы. В моей работе нету ничего сложного. Мне нравится общаться с клиентами. Клиенты добрые, отзывчивые. Управлять автомобиль, как бы, ну, нравится, не устаю. Маршруты составляются таким образом, чтобы точки доставки располагались друг к другу поближе. Есть время на обед, у нас есть корпоративная столовая, где можно вкусно покушать. Ну, есть время и на отдых. У меня нету никогда плохого настроения, потому что, ну, я на работу иду, потому что она мне нравится, приносит много энергии. Я общаюсь, ну, с коллегами, с отправителями, они делятся радостью. Благодаря нашей работе наши клиенты вовремя получают корреспонденцию, посылки не только по Беларуси, но и по всему миру. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.